Hadi, aktivite atalım. Мен Садиров Абдумаджид. Я Абдумаджид Забиров, руководитель хозяйства Дильгио Файзбарака в Чиназе близ Ташкента. Я ежедневно работаю со старшим и двумя младшими братьями. Мой старший брат – агротехник, а другие два – ветеринар и техник молочной фермы. А я руковожу хозяйством. Уборка урожая кормовых культур у нас длится с 25 июля до 10 августа. Почти 80% этого времени мы проводим на колесах. Это время всегда особенное, и каждый год оно очень важно, поскольку от него зависит ближайшее будущее хозяйства. Мы выращиваем кукурузу и готовим силос. В него добавляются подсолнечник и соя. У нас богатый опыт с этим смешанным кормом. Такой силос содержит до 25% белка. Почему класс? Просто техника класс очень производительная. Перед выходом на рынок их машины всячески тестируются. Прежде чем купить, я много читал о них в интернете и говорил здесь с сотрудниками. У класс прекрасная репутация. Кроме того, правительство содействует нам в финансировании импорта. Мы, узбеки, веселые люди с чувством юмора, но и работаем охотно. Я хотел бы, чтобы наше сельское хозяйство развивалось, чтобы мы набирались опыта в обмене с зарубежными коллегами и чтобы наши дети могли сами побывать за границей и получить там хорошее образование. Вот о чем я мечтаю.